Вот я ехал на этой, на велосипеде и чуть не задавил. Что деревня, это полна неожиданностей. Смотрите, обойдите вокруг. А можно вот я лежит, ой, прямо на дороге лежит. Второй раз вижу ежик. Господи, это крупный. Я чуть-чуть не наехал его, ой, свернул с него. Он куда-то шел. Он не ждал. Знаешь, что лагерь закрытый. Лагеря нету. Смотри. Может, тут маленькие ежатки? О, экскурсию ведем в лагерь. Загорает, лежит. Колючки потрогайте и все. Он уже принял так оборону. Посмотрели? Потихоньку возьмите его, он туда в траву где-то затащите. Шапками возьмите его. Сильно не надо так брать, потихоньку. Он сейчас свернется. Голову-то он уткнул. А если вот так вот в кепку его положить? Не надо. Поднимай. Он боится. Вон туда, со сторонку его. Посмотрите, что там. Где головка-то у него? Вот. Тихо, не пугай. Подними выше, выше, меня. Подними выше головы. Еще он выше, какая, еще выше. Он свернулся. Он держи, колет подними. Меня, подними. Ну подними выше-то, головку. Ох ты какой. Видишь, он носик черненький только. А может его в кепку положить? Ну, говорят, убери, они заразные, там я в это не верю. Травинку. Я второй раз в жизни вижу ежика. Так, ну, все, улыбнулся так, он вам. Маленько отнеси его в сторонку, чтобы не задавить. Да. Вон туда, в траву. Видишь, он меня колет. Отнеси его. Говорят, они мышей ловят. Как он ловит, он едва ходит. Нет, другой один раз кошка. Он так, кто-нибудь велосипед возьми, просто мой. Там стойку нижнюю убери, толкни ее назад. Так, ну и все остальное понятно. Вези за собой. Вот сегодня такая экскурсия. Отстаньте от меня маленько подальше туда, чтобы. За мной не торопитесь, назад маленько, отстаньте. Отстаньте немножко. Девочки, постойте, мальчики, постойте. Вот, показать. Вот давайте, идите, идите. Вот. Подходим к лагерю. Вот наш шалаш. О! Чтобы коровы его не попортили, огородить надо, посчитай сколько. А тут была крапива вот такая же густая, это надо было выкорчевывать под это. И оно, смотрите, у него окошки есть у шалаша. Да, не открывать. Да, да. Ну давайте заглянем, что в шалаше есть. Ничего нигде не трогать аккуратно, чтобы не повредить. Так, стойте, стойте, стойте. Вот видите, электричество идет к нам. Да, да. Туда заходите, он дальше, подальше там. И можете зайти. Да, через ограду перелезьте. Подожди маленько, подожди. Вот эту вот. Вот, смотрите, заходите вот здесь вот. Пожалуйста, дорогие гости. Все, Фрося. Идите там, вот примерьте, сколько вас человек и как можете. Спешите аккуратно. Осторожно. Вот он тоже можно? Да. Вот оно как. Еще, Галина, нигде ты такого не увидишь, а? Почему я видела? Что, такие шалаши видела? Ну, такие нет, но поменьше. Нет, конечно. Это сооружение настоящее. Потихоньку заходите. Надень его, Галин, крючок на него, с той стороны, вон он. Он работает, нет? Работает. За скобку. Надень. За скобочку. Все. Вот теперь там проверяете. А что она? А, сдвигает. А здесь спать холодно или нет? Как вы думаете? Ну как? Клево. Там спать мы можно. Мы сломали палку. Комаров только выгнать. Ну да, там хорошо. Как мы делали, как возили здесь. Ух, сколько тут работы было. Фрося тут участвовала, возила. Да. Это в дырочку вот сюда воткни, что ли, жердочку. Подожди. Палочку можно подоткнуть. Ну ладно, пойдемте. Смотрите, тут какой-то типа циклопик. Что? Циклопик прикольный. Гнездо или что? Вот, смотрите. Какой жука. Я не вижу еще. Он упал уже. Ну-ка, найди, возьми, что там? Жука нашли, упал уже. Жука? Ну, значит, тут и есть жуки. Что-то я наступил на балку. Так, велосипед мой, гоните сюда. Туда полез ты. Зачем? Ну зачем полез туда? Там бревна, и ты упадешь. Ты же видишь, там бревна. Бревна — это неприятность, скользко.
Вот сколько здесь было воспоминаний-то сколько. Вот здесь дети пилили. Вот под этой крышкой стоял тот умывальник. Вот это бак с водой поливали. Так, пролазьте туда, под низ. Отвязывать ничего не надо. Вот трапезная. Как здорово. Заходите. Проходите. Это все привязано, что лагерь закрытый. Пролезете, пролезете. Галина Алексеевна, сверху. Можно меня не снимать? Маленькие под низ, взрослые вот сюда, вот под эту, вот. В нее залазь. Только наоборот надо, туда было головой-то. Перекатом или ножницами. Ну давай, давай. Вот это столовая была, тут все доски. Вот высокие, это столы. А это скамейки. Там склад кинозал. Там второй зал большой. И в две очереди. Ну тут кухня. Давайте хоть в окошко заглянем, Игнатий. Так. Галя, стукни один раз с колокол, чтобы все сюда собрались. Один раз это всем собраться. Такой лагерный закон был. Но они не знают, надо бегом бежать. Ну поищи железку где-то, поищи. Там наклонись под эту. Под низом. Нет, нет, под низом, под кельей. Посмотри налево-то. Где-то что-то найдешь. Тут таскают это. Мамочка. Нет, 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 не то. Это утаскивают все время пастухи. Они металлом сдают и воруют. По-настоящему воруют просто по-крупному. Разные люди, кто приезжает и видят такие детали, они их просто забирают и увозят. Сколько раз, какие были железки, все равно нету. Нынче только было, я был, она лежала здесь. Нету. Ну возьми чем-нибудь, стукни какой-нибудь тяпкой там, лопатой. Слабенькая. На это. Ну стукни, стукни. О, а когда один удар, бегом собирается, только бегом. Ну и вот это все остальное есть. Видите какой? Бак вот стоит, раздуло его. Он горел, газовый баллон-то. Хозяин сгорел, пьяница, а бак нам досталось. Ну-ка, покажи, как стучат. Девчонки, ну-ка давайте. Кто был здесь в лагере, давайте, постучите. Давай. Ну, у них это не получается. Была, он висит там. А зачем ты пинаешь? Пинаешь-то, объясни, зачем пинаешь-то? Никто это не делает. Давайте сюда. Иди сюда, встань, строй. На скамейку ногами заскочи. Вот это не надо делать. Вот это, Галя, объясняем, что это такое? Как называется? Это кельи у нас, мы тут жили. Вот которых спали с избушкой. Пойдемте посмотрим. Они здесь 36 лет вот это были. Трясогузка. Это вот они мазали. А вон там тьму тараканье. Самая теплая келья. Мы там спали. А это еще и келья на конце. Видишь как? Так же в дворе, да? Так же внизу, так же второй этаж. Такого же размера, все так же. Геннадий Тихонович, ножик нашли. Ножик. Возьми его. Ну, вытащишь, я у тебя возьму там. Вот видите, это смородина. Вот здесь вот виноград растет. Посмотри, какая келья. Тут плакаты какие, тут инструменты. А еще сделана-то крыша-то какая, видишь? Слеги называются, палочки, потом глина. Виноградик. Воспоминаний-то сколько. Девчачьи кельи. Тут у них чистенько всегда было, у девчонок. Смотри. Тут не было перегородок никаких. Спали они. Четыре вверху, четыре внизу.
И там тоже, да? А я вот так не нашел. Там взрослые эти. Мой пенал. Мы прям это бегом убегали тогда. 36 лет примерно. Так, пошли. Вот в домик зайдем. Нет, уже все, позвонили. Это трапезная была здесь. Здесь когда-то была трапеза. Зря не знаю. Вот один – это собрать, а два что означает? Два – это занятие. Что? Два – это занятие. Занятие. Три? Это обед. Обед, ужин. Четыре? Чтение Евангелия. Чтение Евангелия. Пять? Тревога. Воры, пожар. Тревога. Итак, и на все абсолютно что означает? Когда уезжает, каждый бьет 10 раз в колокол. 10. Любой, как хочешь. Обиды высказывает, если они есть. Смородина на чай. Смородину возьми. На чай. Ягодки только не попортить. А еще виноград растет. А там ваша любимая Виктория. Да, вот это все Виктория, ягода. Вон, видишь, сколько ее. Так, вытащите вон ту ветку оттуда. Это зуб ветер. Не топчи сильно-то. Вытаскивай ее. И вот сюда за ограду выброси. Вон туда, обойди вокруг. Слышь, вон туда пробеги и за ограду выброси. Побереги, ветка идет. Ветер сломил тополевый. Так, идемте дальше. Вот смотри, сколько келий есть. Две, три, четыре. И здесь три, семь. И вон одна еще восемь. Восемь келий. Восемь по восемь, 64. А здесь жила птичка. Да, тут птички всегда живут. А что там? Это все вручную, из подсобного материала. Ну, это, видимо, дождь пробил. О, вылетело оттуда. Значит, там гнездо. Гнездо, наверное. Вон, там, вон там, там. Ну, там он ходить по этому, по буму, бум. По нему ходить. Учатся дети. А что было? Обязательно надо разуться. Ну, там ничего нету. Нету, ну, открой, посмотри. Ногами не уступ, вот так. Там инструменты разные, плавают, та же келья. Мальчишка. Вот так бы, если бы не было домика, мы бы жили. Вот. Вот тут Евангелие. Вот это сверху снимается. И там зеленое. Там Евангелие считается. Это аналой. Я на турнир пошел. Да-да. Так, все, закрывайте. Вот турники у нас, смотрите, какие. Вон как. Можно. Да. Бум. На бум как надо? Ты знаешь как? Разуиться, помолиться, попросить благословения. Никто не разрешал. Они не отремонтированы, на них нельзя лазить. Они просели, видишь как? Они рухнут. Наклонились. Вот это вот бум. 36, кажется, метров. Нет, больше. Сейчас он старенький, он может вот, только смотрим. Они здесь вешаются кольца, турничок, на них качели. Там турники около тети Нади, там все. Так, посмотрите, больше ничего не надо. Маленький турничок. Да. А вот здесь вот кровати, прыгать, вот здесь батут можно посмотреть. Тут разные-разные качели, они вот в этом здании лежат. Качалки. Вот где он есть, там вешается и на веревке, тарзанка называется. Вон, видишь, еще прыгает. Вон как, гляди. Так, ну пошли дальше. Вот это сейчас нельзя на этом ходить. Коля. А вон крест, видите, далеко крест стоит? Да, видим. Это что там было? Это там мы молились утром иногда. Утром там молились, правильно. А можно покачаться на качелях? Ну, покачайся. Давайте покачайтесь, мы сюда. Да, сколько воспоминаний тут. Вот здесь приезжала ТВ-24, Афанасьева Анна. Сидели мы на скамеечке. Какая интересная у нас береза тут. Как арфа какая. И вот тоже березы. Все это березы, как мы сажали.
как вот эти турники делали, как тогда поднимали вон та большая железяка, на которой крутятся вот это они там вверху. Это же там железо, вот видать. И как мы ее поднимали, лестницы делали. Оля, осторожно. Где турник? Проскочили-то, ты не проходи, получится. Проскочили, да, большая? Так сделали, чтобы она не выползала. Ну еще, пошли дальше. Хватит, Фрося, больше не надо. Фрося, не надо, пусть они остановятся, сами остановятся. Коля, не подходи, ударит тебя качель и убьет сразу. Это большая толстая деревяшка, если подойдет по черепу, стукнет в дребезги. Они не понимают, лезут прям под нее. Ну, только сбоку, Коля, только сбоку. Туда не надо подходить. Это доска тяжелая, смотри, да они сидят двое, она же не остановится. Же голову тебя сразу ударит и похоронит тебя здесь по Теряевке. Можно красивая тебе будет могилка. Так, ну пошли. Нет, все правильно, правильно. Надо же объяснять, чтобы он понимал. Ему же говоришь дома. Он, видите, так, вот здесь вот продукты и настольный теннис. Вот а его можно на замке перенести туда, к нам? Это так понятно. Так, уходим. Уходим. Может, мы теннис настольный перенесем? Нет, не знаю пока. Туда, я там. Думаю, не надо. Куда его перенести-то? Туда не понесешь комнаты, там все занято. Конечно. Где-то отдельно там поставить. На улице его размочат. Сарай там у нас занятый. Нет, никуда он не пойдет. Сюда приходить, открывать и мыть, тут и играть. Так, а что это на столе он лежит за книжечка? Посмотрите. Это паспорт чей-то. Ну, возьмите. Вот это у нас кухня. Русская печь здесь. Здесь пекли хлеб, да. Вон там трубы какие. Вот зайдите с этой стороны. Ну в окошко можно посмотреть, но заперто тут. Вот. Вон, видать, большая труба туда идет. Вон большая. А это русская печь. А это голландка топишь. И она дальше туда дым пускает. А это башня, наблюдать. Вот на ней как раз и стояли. За коршуньем наблюдали. Куда коровы ушли. Вот посчитай. А вон Вавилонская башня стоит. Сколько здесь труда. Это даже перечислить нельзя. Да понятно, дело. Каждую деревяшку вот эту надо было в лесу найти, сделать. Ничего нету, буквально волоком. На костер пойдем? На костер нет, я думаю, в пятницу. Это далеко. Костер. Ну, хотели сюда в лагерь, значит, в лагере костер это особо. Так, все, спал здесь, да? Нет, я ну, закрывай. Видите, вот сюда к нам ежики приходят и кормили их. Да. Молока сколько нальют, они вылакают и под печку. Вот эта печка там, он, там засыпали специально. Видите, какие сиденья, картошку чистить. Крючочки. Да. Смотрите, вот какая вешалка. Да, красивая очень. Красивая? Да. Вы сейчас пойдете, идите вот этой дорогой. У вас там бушок для кепки. Да. Вон скамейка какая против села. Вы по этой дороге, по переулку теперь идите. И попутно зайдите вон, где мы обедаем. Пойдем. Рядом. Пойдем. Заходите. Да. Так. Ох. Я тут выхожу. Это тренажер для хондрозников. Так. Велосипед мой. Кто? Фрося, где она? Фрося, захвати мой велосипед. Это сегодня такая экскурсия. Это первые наши гости приехали. Лагеря нет. Нет, и благодарение Богу за то, что был столько лет. Вот посмотри, вот эта вот яма, там яма, я, чтобы коровы не упали, все огорожено, глину убрали. Можно подойти к оградке посмотреть, какая глубина ее. Вот, подойдите, посмотрите. Сколько глины выбрано здесь? Ну, тут сколько? Ну, 4 метра-то вполне есть. Да, будет. И вода стоит еще. И тут по бокам птички гнезда вьют.
Вот посмотрите, там у нас, где мы обедали. Мы здесь выберем опять всю крапиву-то и опять обедать будем. Все, кто где отдельно живут, что-то приготовят и принесут. Мы договоримся. Самое главное, здесь сколько души вложено. А вон, смотрите. Вон за этими, за столбами, видать, там дылда стоит такая. А, да, вижу. Это элеватор Кочинский. Там, где поезд останавливается, где встречали вас. Все понятно. Шоферами, которые возят, тут уж ничего не сделаешь, надо будет рассчитываться. А вон, смотрите, вот там у нас молитва совершается, вон где огорожена. Да-да. Нам, почему? Она на возвышении, и комара там нету. Мы все выкосили. Да-да. А здесь обед. Мы это все уберем, заросло. И на этом холме будем обедать. Опять. Кто что сготовит и принесут. Деревенские будут. Вот тут мы обедали. А ну-ка зайди туда, Тарасик, покажи там, где высоко, потихоньку. Видишь, сколько здесь? Крапивы наросло. Пройти не может. А тут ничего не было, чисто. Ну, кто-нибудь пройдите туда. Вот он зашел на гору. Вот на этом холме мы обедали. И там ветер дует, вокруг мы все выкашиваем, травы нет и комаров нету. А там комар нас заедал. Нет проблем. Так. Вот он лагерь. Смотрите, сколько крапивы, да? Лагерь. Смотри, каждую березку мы находили, сажали. А вон, видите, какая длинная в сторону, сучок какой отходит. Да. И он подвязан там даже. Там еще рядом розы росли. Розы? Пионы. Вон оно куда. Ну это вообще, я не знаю, чудо какое-то. Это наши туалеты наклонились. Это все бы мы выправили, если лагерь был. А там вон, это большая башня как раз. Вон видно лестница. Красивое место, много воспоминаний. Вот. Дети любят пасти. Вот кто погонит пасти деревенские, они просятся. Мы им даем с собой хлеб, там, воды, пряник. И они пасут. Кто пас коров здесь? Я. Вот. Кто еще хочет пасти новое? Я. Вот. Я хочу. Из новеньких кто хочет. Коля, хочешь коров попасти сходить? Да. Да. Я. Там интересно как, в поле. Все пойдете, все. Правда? Все. Илюша, пойдешь пасти коров? Не, я не хочу. А почему? Ты же никогда не пас. Да весело. Как это так? Тебе все новое, интересное, что ты интересно найдешь там? В городе-то что ты найдешь? Коровка ходит, как она молоко нагуляет, там же овечки ходят. С собой собачку возьмут. Вон они, я говорю, они вон они как раз. А пошлите к ним. Да нет, сейчас уже, я думаю, не надо. Они гонят только туда. Вон погнали их. Это после обеда. Ну а сейчас кто пойдет, там через лог-то надо переобуваться. Да. Ну кто пойдет пасти? Сейчас кто хотел бы пойти? Я уже в сапогах. А ну-ка отойдите вон туда, кто хотел бы, чтобы кто-то с вами старший пошел. В сапогах надо. Так. Так, кто хотел бы еще? Ну прийти там побыть маленько, можно вернуться назад. Кто хотел бы еще? Одних маленьких не отпускаем. Так а нам готовить надо еще. Сегодня просто так сходить познакомиться с кто там пасет и уйти. А потом на полдня. Кто еще пойдет? Давайте я схожу. Пошли, Леонид. Так, так. Что, не хочешь, Наталья? Ну иди сходи маленько разведрись. Галина, такой случай-то разве будет еще? Идите, дойдете, там где лог разуетесь, перейдете дальше, а потом вернетесь. Деревню видно как. Деревню с любого конца можете посетить. А по времени нормально? Идите все до одного. Галя одна вернется. С Богом! Давайте, посчитайте, сколько вас, чтобы все пришли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну так и должно быть. Считай сейчас вот он. Я не вижу, видно, нет их. Уговаривать приходится. Ну и все. Слава Христу, хорошая получилась экспедиция. Или как назвать тут? Палку-то от колокола нашли. Музей, да? Музей. Палку от колокола большого нашли.